Приветствуем уже в нашем эфире Алексея Левченко, заместитель главного редактора российского издания «Верстка», с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Алексей, ну вот не удается иногда скрыть российскому командованию катастрофические для России потери на поле боя. И вот все-таки есть ли надежда, что после обнародования и после того, как правда все-таки откроется, то отношение к этой войне у большинства все-таки несколько поменяется, ближе к критической стороне? Ну, смотрите, было понятно, что когда была объявлена мобилизация, большое число людей окажется вовлечено в эту проблему. Это будет личная проблема для каждого родственника, для каждого мамы, жены, там, отца, чьих родственников заберут на фронт. И, конечно, стоял огромный риск для российской власти объявлять эту мобилизацию. И поэтому сейчас все больше и больше мы сталкиваемся с тем, что родственники начинают высказывать свое недовольство, обеспокоенность. Это повторяет историю Чеченской войны, когда тоже было очень мощное движение матерей. И на самом деле это движение сыграло очень большую роль в том, что Первая Чеченская война была остановлена. И тогда эта война перестала быть популярной. Сейчас, если вы посмотрите, вот мы как раз сегодня опубликовали материал, как мамы и жены мобилизованных реагируют на то, что Министерство обороны называет их заявление фейком. И они реагируют довольно критически, довольно негативно уже воспринимают действия органов власти. Алексей, и вот знаете, вот вы сказали, что движение матерей все-таки повлияло на то, что война была остановлена, но, к сожалению, идеология и вот эта амбиция «можем повторить», она не исчезла и не была исчерпана, по крайней мере, для последующих поколений. И это очень важный момент, потому что мало просто закончить войну. Нужно сделать так, чтобы действительно мир стал безопасней и чтобы агрессия не являлась нормой. Но это несколько лирическое отступление. Звучало не единое в нашем эфире мнение о том, что мобилизовано 300 тысяч, кто-то говорит 500 тысяч, но в любом случае 300 или 500 тысяч действительно для огромной России это, возможно, не такой показатель, который бы вывел очень много людей на улицы и заставил их все-таки высказывать свою позицию против мобилизации, против того, чтобы отцов и сыновей отправляли на гибель. А как вы считаете, какая цифра мобилизованных является граничной, той красной точкой, которая выведет людей на улицы? И знают ли эту цифру в Кремле? По вашим ощущениям, как? Вы знаете, я бы не стал говорить о цифре, которая выведет там, людей на улицы и придет к революции. Мы не знаем такую цифру и надеюсь, что такой мобилизации просто не будет. Зачем? Но если вы посмотрите на последние опросы, например, независимые, того же Левада-центра, то там есть такая интересная тенденция, что более половины опрошенных уже начинают говорить, что они за мирное решение конфликта и за то, чтобы война была остановлена. Хотя они в первом вопросе говорят, что они поддерживают эту операцию. Но когда их начинают спрашивать социологи более глубоко, они согласны на то, чтобы это прекратилось. И это число выросло за последнее время. Ну, достаточно сказать, что 300 тысяч, как говорят власти, мобилизовали. Мы не знаем точную цифру, да? Но при этом еще 600 тысяч просто уехало из страны, именно чтобы их не мобилизовали. Это достаточно серьезное число людей, которые показывают реальное отношение к тому, нужно ли идти на войну или нет. Алексей, да-да, у меня вопрос по поводу вот тех, кто уже осознался, да, они есть в России, вы о них пишете, издание пишет. Каков формат их коммуникации с властью? Что они делают? Пишут заявления, ходят к губернаторам, пикетируют ФСБ, местные военкоматы. Какая коммуникация на данном этапе с государством у этих людей? Ну, на сегодняшний день коммуникация происходит следующим образом. Во-первых, родственники стали организовываться.
И это очень интересная тенденция. То есть они не поодиночке что-то делают, они организуются в группы. Ну, то есть мы увидим это на примере Воронежской области, Курской. Возможно, мы это увидим в других регионах. И пока они обращаются, естественно, к тем, кого они воспринимают власти в регионе, то есть к губернаторам. Губернаторы вынуждены с этим разбираться. У губернаторов есть, с одной стороны, четкая политическая задача, им нельзя допускать каких-то негативных протестов, возмущения своей территории, поэтому они очень быстро идут здесь навстречу, и они вынуждены это делать. Но, с другой стороны, у губернаторов, конечно, нет реальных полномочий, чтобы повлиять на положение на фронте. То есть они не могут взять и отозвать солдат, которых уже мобилизовали и увезли. И в этом смысле, на самом деле, пока это, ну, кризисная ситуация, на нее нет ответа. То есть мы не понимаем, добьются эти родственники своего, вот, например, или нет. А если они не добьются, то какие последствия будут? Вы считаете, что по-прежнему самый действенный способ избежать мобилизации – это просто выехать? Ну, это самый надежный способ, на самом деле, потому что все другие способы, они связаны, ну, они достаточно, как говорят молодые люди, кринжовые. То есть надо либо как-то увечить себя, либо какие-то взятки давать, либо получить место с бронью, но бронь, как мы знаем, тоже ничего не гарантирует. Ну вот коллега спрашивает о том, как избежать мобилизации, но я сегодня, интересно, есть ли у журналистов Вёрстки такие данные, я сегодня читал казахстанские паблики в Телеграме и в Кыргызстане тоже о том, что снизился очень резко спрос на квартиры, и некоторые россияне уже возвращаются в Россию. Вот это действительно тенденция после телевизионных обещаний о том, что мобилизация закончена, мы можем ожидать, что какая-то часть вот выехавших россиян как раз от мобилизации сейчас вот просто, знаешь, как в известной сказке, да, пойдут за, значит, дудочкой вновь к военкоматы. Вот насколько это вообще заметно сейчас? Вы знаете, я думаю, что такое число будет. Я не думаю, что это как бы все вернутся, кто уехал. Но число людей, которые вернутся, будет. И не только потому, что они там поверили обещаниям властей. Они, может быть, им и не очень верят. В основном люди не склонны верить обещаниям властей, но за исключением отдельно, за исключением небольшого числа людей. Но достаточно большое число людей, я знаю, что оно сталкивается с серьезными проблемами, потому что они выехали. Вот, например, вы говорите про Казахстан, я могу сказать про Тбилиси. Как бы в Тбилиси приезд десятков тысяч россиян привел к тому, что цены на квартиры выросли примерно раза в два, хотя они не так за последний год выросли в два раза до этого, потому что до этого был большой поток мигрантов из России, из Белоруссии. И снимать квартиру в Тбилиси по цене там 90 тысяч рублей россиянам тяжело на самом деле, хотя они сами же и стали причиной этого роста. И поэтому многие из них будут возвращаться, потому что у них просто нет ресурсов существовать за пределами страны. Но это достаточно сложно. А как вы считаете, вот в связи с тем, что сама Российская Федерация, имею в виду власть Российской Федерации, возможно, помогает россиянам, которые когда-то либо пассивно относились к этой войне абсолютно без какой-либо оценки, либо в какой-то мере поддерживали, даже вот сидя на диване. И сейчас, когда многие понимают, что эта война может коснуться их, в частности, могут отправить просто на войну, запрос на информацию вырос? Вы знаете, я думаю, что запрос растет достаточно сильно на независимые источники информации, чтобы нам кто ни говорил. Но только у нас, например, число подписчиков выросло за последнюю неделю в два раза, просто потому что мы стали освещать очень пристально проблему с мобилизованными. И это очень востребовано. Людям нужна независимая информация.
Безусловно. А как они ее могут получать? Сейчас вообще с этим получением информации. Вот мы постоянно рассказываем о том, что есть способ не идти, сдаваться в плен и так далее. А внутри России как передается информация о том, как себя вести, если тебя вновь будут на войну отправлять? Ну, вы знаете, я бы не стал говорить, что в России все заблокированы, все контакты получения информации. В России очень хорошо развит Телеграм. Там огромное число независимых каналов и правозащитных есть каналов. Можно найти все, что нужно. Безусловно, продвинутые пользователи пользуются VPN, и даже уже не очень продвинутые, в том числе и пожилые люди научились пользоваться VPN. Люди ищут и могут найти, пока возможности такие существуют, если есть такая потребность. Все-таки протест внутри самой Российской Федерации, он принимает принципиально новые формы? Потому что ранее мы говорили о так называемых тихих протестах, да, когда можно было ставить какую-то вещь в знак поддержки Украины, либо не поддержки войны, либо, вот как мы рассказывали, не единожды ценники в супермаркетах меняли, оставлять какие-то надписи где-то. То есть молча, бесследно, без имени и подписи оставлять свое мнение, которое, конечно, критично относится к войне. А сейчас все-таки другие формы набирают популярности? Или еще все-таки не время, или все-таки еще страшно? Я думаю, что по-прежнему очень страшно. И я хочу вам привести пример того же Херсона, который сегодня вроде как бы Россия сказала, что она покидает. Но в Херсоне жители выходили на протесты вплоть до мая этого года, а после мая мы ничего не слышали об этом. И мы знаем почему, потому что в Херсоне была установлена тотальная диктатура силовиков, и там происходил террор. То есть на каком-то этапе власть сумела задавить протест. И точно так же в России власть задавила протест либо прямым террором, либо тем, что выдавили основных активистов, они просто либо уехали, либо затихли. И сейчас пока протеста вот такого политического нет. Такой силы пока нет. Но, возможно, вот это движение даже родственников и матерей, и жен, оно окажет серьезное влияние, потому что эти протесты власти разгонять боятся. А если эти протесты будут успешными, то они могут повлечь за собой и другие протесты, уже более политизированного. Несколько разное, потому что Херсон — это Украина, и жители Херсона понимают, они высказали свой протест и несогласие, они знают, что все-таки Украина освободит Херсон и деоккупирует его. А в Российской Федерации несколько дольше насаживалась эта диктатура и этот страх перед протестами. Безусловно. Безусловно, здесь и это важная причина для того, чтобы мы не наблюдали сейчас какого-то быстрого разворота. Более того, Алексей, вы же много лет занимались протестным движением в России и всеми митингами, которые были и до войны, и даже до Крыма, и прекрасно знаете, как это все в России устроено. Очень часто в Украине люди не понимают, почему россияне не выходят. Не понимают, что это продолженное насилие, оно не в момент прослучилось. Вы можете сказать, вот хорошо, сила матери, а еще какая сила может быть? Может быть, национальная сила какая-то, да? Национальные движения в России. Какие еще? Хотя бы там пофантазируем. Ну, касательно, кстати, национальных движений, это не фантазия. Это достаточно опасно для такой имперской структуры власти в России история, но она тоже существует, и она тоже активизировалась сейчас, когда стали активно призывать как раз в национальных республиках мобилизованных. И стали активизироваться такие достаточно сепаратистские, националистические движения. Они существуют и в Бурятии, и в Башкирии, и
даже в ТВ, они пока небольшие, но тоже мы готовились во время про этот материал, они, такая история существует. Но насколько она как бы будет успешной и приведет ли она к тому, чего бы нам всем бы хотелось, то есть к нормальному развитию нормальной демократической страны, это отдельный вопрос. Возможно, мы хотим все-таки, мы все хотим другого гражданского протеста, наверное. И, Саакян, ты об этом говоришь? Алексей, и у нас вот буквально есть 30 секунд, к сожалению. Мы часто говорим также о России будущего. И как вы считаете, после победы Украины, после того, как все-таки, я надеюсь, дойдет до большинства россиян суть этой войны, будет ли все-таки протест в России впредь только на зародыше идеи, самой идеи проявить агрессию по отношению к соседним странам? Ведь россияне поймут, что это будет касаться их, их семей, их будут забирать, мобилизовать и снова отправлять на смерть. Знаете, мы здесь можем только надеяться на то, что молодое поколение, то есть вот те люди, по вопросам которым там до 30, до 40, они резко не приемлят этот конфликт, и они настроены резко антивоенно, и они гораздо смелее выражают свои позиции. И вот, но будем надеяться, что именно это поколение в итоге и станет доминирующим, и произойдет то, о чем вы говорите. Надеемся. Спасибо, Алексей. Алексей Левченко, зам главного редактора российского издания «Верстка», был в нашем эфире. Благодарим.